Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел России пресечена противоправная деятельность владельцев симбоксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространение ложных террористических угроз и фейковой информации. В результате проведенных в марте 2024 года в 40 регионах Российской Федерации мероприятий изъяты 612 сим-боксов и более 300 тысяч сим-карт. Часть операции проводилась в Тверской области. В отношении 30 лиц органами полиции возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 «Мошенничество». В отношении еще двух причастных к неправомерности равномерному доступу к аккаунтам госуслуг по части 3 статьи 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации». При этом в ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга 80-го года рождения, который предоставлял услуги по активации сим-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. В настоящее время в отношении него принимаются процессуальные решения. 17 апреля в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о задымлении на территории ЗАО «Хлеб» по проспекту Чайковского. На место пожара направлены отделения всех пожарно-спасательных частей областного центра. Служба пожаротушения, аварийно-спасательная служба Тверской области. На место прибыли сотрудники электросети, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции. Возгорание произошло произошло на втором этаже административного здания предприятия. Сотрудники оперативно покинули помещение. Пострадавших в пожаре нет. На локализацию возгорания ушли считанные минуты. Спустя 19 минут объявлена полная ликвидация пожара. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС России. Следствием Тверского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого, безработного 31-летнего жителя Калининского района. Он обвиняется в краже и покушении на хищение имущества, принадлежащего двум железнодорожным организациям. На территории Тверской дистанции сигнализация, централизация и блокировки обвиняемый похитил 6 металлических крышек светофора, два редуктора стрелочных механизмов, три механизма переключения стрелок, 11 линеек переключения стрелочного механизма, 13 трансформаторов с электрическими проводами. Похищенное он перекинул через забор и собирался сдать в пункт приема металла. Однако был задержан сотрудниками транспортной полиции. Общий вес похищенного составил около 200 килограммов. За пару часов до задержания мужчина совершил еще одну кражу. и за ангара другой железнодорожной организации. Все похищено и изъято. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Сейчас оно с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.